Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас опять на риски сервер и очередной обзорчик, думаю, интересного героя. Многие спрашивают, какие надо прокачки. После выхода девятых талантов многое, скажем так, изменилось. И, соответственно, у меня появилась вот такая вот Афина. Собирал ее с Бастионом, с БВшкой была, с Грубой, с Пактом. В основном на урон. Чем герой хорош? Наносит огромное количество урона. Она получается 25 ударов на протяжении 5 секунд. 310% в атаке. Также добавляет 65% скорости. То есть скорости атаки 7 дружественным целям на 6 секунд. Также добавляет 55 энергии, кулдаун 6 секунд, то есть по сути, если она будет всегда заряжена, то есть будет безоткатно. Имеет иммунитет к молчанке и стану, если я не ошибаюсь. То есть офигенный пвпшный герой, который заряжает там тыковку, кучу других героев. Мы ее потестим сегодня именно с таким вот талантом, девятой ремкой. Почему я ремку вернул ей? Потому что она получается при входе в бой на девятке, помимо того, что все время заряжена, то есть она сразу же включается, также на 10 секунд у нее повышенная атака, это все равно что БВшка. То есть рунами мы можем поставить ей, например, тот же самый пакт, если надо там максимум урона, либо поставить выживание, чтобы ее не слили. То есть вариантов очень много. Плюс победный выпад, плюс 25% в атаке. Также у нас это, скажем так, самая оптимальная пвпшная сборка на сегодня. Поэтому пришлось именно ремку ставить, не что-то другое. Ну, то есть тут она по созвездиям, она у меня вот так вот собрана. Такс. Поставили. Давайте поставим ангела. И сейчас пробежимся так по рейдам. Потом покажу уже на PvP локациях, где ее использовать. В принципе, вы и так знаете. Практически везде. Единственное, она, конечно, с пактом сейчас будет сливаться. Но может у нас получится что-то выбить, если нет. Вот так вот быстро придется сейчас магию использовать все-таки. То есть герой офигенный, но на сегодня, как видите, у нас поменяли таланты, ничего не поделаешь, приходится из-за этих прокачек на девятку. Допустим, ремка опять вернулась в свое время, я все ремки у меня было, их очень много посливал. Сегодня многим героям я их восстанавливаю, потому что на PvP локациях они будут решать очень. Так вот сделаем. Как видите, даже магия не спасает. Так. Не успела она выжить после Фрей. Жизни у нее не особо много, поэтому... Поэтому вот так вот, ребят. Вот она начинает наносить урон. Но видите, она с плюшки, в принципе, с пактом она была и так особо не слабенькая. Но тут еще у нас плюс 100%. Правда, 10 секунд, но этого вполне тоже хватает, особенно на забытое. Сейчас мы туда дойдем. Может, получится у нас кого-то найти с угловой растой, чтобы было побольше героев вблизи. Так, ну тут юнит и бьет она все, и здание, то есть... Блин. Будет у нас угловая раста или нет. Вот, в принципе. Нет, тут тоже. Такой вариант чисто для PvP, на там, допустим, на фарм, на волны. Такой вариант не закатит. Блин, на ком это, блин, так бы испытать? Все везде в разброс. На английском сервере нереально что-то сделать.
Вот, отлично. Кидаем ускорялку, давайте сразу же. Кстати, она будет такой сборке сливаться сразу же на отражалке, что сейчас не исключено, почему мы так быстро сливаемся. Конечно, возможно, у нас и Фрейя долбит сразу же. Блин, полчаса искали, но... На любой отражалке она сразу же сольется. Ну, вот еще раз он. Ну, давайте попробуем так, юнитом. Вот она включилась. Не знаю, не вижу этому урона, но походу у кого-то была отражалка. И очень быстро слили. Но, как видите, ворожая тековку, она там с плюхи ушатала. То есть урона хватает. Сейчас мы дойдем до по локации, побежали на аренку. Так, что у меня тут на арене? Тут на меня пытались нападать. Это безуспешно, походу, у всех. Никифрей, ужас просто. Он же упрямый. А, так, поехали сюда. Блин, жалко, я ее не взял. Сейчас я быстренько так таких героев выставлю. Сейчас мы возьмем ее, посмотрим на ее урон здесь. Видите, без или все-таки кого-то там убиваем. Ничего себе. Смотрите, какая командора жесткая. Конечно, Фрейя сейчас ее ушатает. Ладно, мы не тут тестим. Так, Афинка наша, где ты? Поэтому, если у вас есть ремка, можете сразу не жалеть, только единственное, это пвпшный вариант у вас будет. Потому что, если на такие, то лучше водушку. Хотя, можно и сюда водушку поставить. Теперь делаем вот так вот. Раз. Пробуем вот такой вот вариант. Это должен был заморозить. Ну, как видите, энергию с меня сняли, и все получилось очень круто. Давайте мы вот этого нападем. Вот тут получше. Вот она начинает бить. Посмотрите, что с героев осталось. Плюс заморозка, они просто тупо не успели даже добежать. Единственное, что по камню. По камню тоже там просто бешеный урон. Даже Фрейя там была, ничего себе. Ну тут, конечно, не особо топовые прокачки. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да, жесткий там урон. Давайте попробуем еще ворожая сюда подкинем для отхила. Супер. Да, я опять же всех нафиг посливала. Не покажу вам я ее тут топовость, но... Потому что я уже как бы в топе, тут Фрейя против таких героев на одна соло тащить однозначно не будет. Но в пачке ее можно использовать на забытой, на лабиринт. Видите? Просто бешеный у нас. Так, чем мы тут? Мы тут походу не победим. Ладно, давайте. Можно использовать во всех по локациях именно такую сборку. Есть еще и другие варианты. То есть можно прокачать с бастионом, поставить ремку. Но там урона будет меньше, чем у этой. Ну что, затащите или нет? Смотрите, даже тут не затащили, не смогли. Ну, командора мне нравится. Че просто жесткая она у нас. Так. Ладно, все же добьют. В общем, она будет в любом случае воздохнуть. Какую бы вы сборку ей ни сделали, любая отражалка, герой будет убиваться. Но самая основная ее задача — это зарядить. То есть с ремкой у вас получается и урон. Вы можете поставить ей ожив урунами.
можно поставить... Давайте, кстати, вот сейчас на следующем противнике просто поменяем, уберем пакт. Нам, в принципе, урон от нее сейчас особо не нужен. Поставим Оживу, чтобы она резнулась. Конечно, мы двигаемся в топ, поэтому все... Все не так хорошо, как хотелось бы. Так, где там она? Вот такая вот сборка. Вам ее хватит с головой. Даже восьмую прокачку делаете. И на PvP локации вам больше ничего не надо будет. Так, поехали сюда. Давай. Так. Так, а тут впереди кинем ВФП. Ну и все. Вот она резнулась, ну конечно, опять же, видите. Нас просто тычкой вынесли. Давайте на ком-то другом попробуем. Ну, когда герои против тебя, герои с автопроком, заряженные. Блин, не успевает Лазурикс. Не смогу я. Ну, тут 12-й герой, тут без вариантов. Тут надо только топовые прокачки собирать. Давайте еще на этого... Потеряю все попытки, но это, в принципе, не страшно. А тут тоже... Оп. Урона от нее нет, как видите. Да, вроде бы должна была она тут тащить, ну ладно. Забили на этот момент, поехали, я вам покажу ее полное кресе лучше здесь. Такс. Убираем отсюда ворожея. Ставим ее соло. Сейчас мы на нее еще поставим. Так, не понял. Вот она у меня здесь. Да, ставим ворожея. Вот такая пусть будет сборка. Давайте на. Опять сейчас. Да чё за фигня, надеюсь, хоть какую-то мою пачку сольют. Давай, Фрейка, затащи. Так, вот есть ведьма, давайте вот так. Так, Фрейя. Ну, посмотрите, я не знаю, видно вам там сильно или нет, но героев она хорошо просадила. Даже, по-моему, кого-то слила. Такой именно сборки ставить одной ее тоже смысла нет. Единственный вариант это сейчас создать пачку, но в пачке я вам ничего не смогу показать. То есть и не туда, и не сюда. То есть это доказывает то, что герой соло, ну, тащить не будет, а как вспомогательный, очень-очень крутой. Бум-бурум-бурум. Давайте еще здесь попробуем. Так, стрелок. Ну вот смотрите, пачка со вторыми эволюциями была. Плюс хрон. Это единственное, что у нас сейчас хрон. Еще у кого-то. Вот, я затащил. То есть против вторых эволюций она, в принципе, только что показала себя очень-очень даже неплохо. Но, опять же, есть очень много но. Любая отражалка, и от нее ничего не останется. Это уже доказано. Так, давайте против... Седный попробуем. О, тут попроще. Вот Асурик был. На Асурике она чуть не слилась. Ну, вытащила их, конечно. Тут не было топовых вторых эволюций. Но все равно 5 героев против одного. Количество ударов, вы, в принципе, видите. То есть ремка, она сразу включается. Плюс у нее есть ожива, плюс у нее есть урон. Так. Давайте попробуем. Это интересно, наверное, тащить. Ворожай. Ну давайте против ворожая еще попробуем. Вот еще одна вторая.
Ну, как видите, просто налегке справилась. Причем против была такая же вторая эволюция. Но не было Ремкин, насколько я видел. То есть больше ей урона по сути не надо. 10 секунд, как видите, она дольше и жить не будет, и дольше она урон наносить тоже не будет. Она либо сет, либо сольется. Одно из двух. Так, у меня есть 4 карты, давайте еще этого попробуем. Вот еще одна со второй. И просто налегке. Так. Ну, блин, ладно. Еще попробуем вот так вот. Ну, это, конечно, очень жирно будет, но если она его ушатает, это жесть будет. Нет, там без вариантов. Там Фрейя просто сразу включается, вторая эволюция. Еще с автопроком героя. Я думал, один огник будет нормальной прокачки, но... К сожалению, нет. Можно использовать, вот такая вот сборка очень круто будет на подземках, но опять же, если она будет у вас в конце, она будет дозаряжать героев с одной стороны, с другой стороны она вам будет немножко мешать, так как она будет иметь цели, то есть надо использовать ее там, где герои ваши смогут зависнуть. А таких подземок не очень много, есть хранитель там, например, либо череп, которого можно вытащить, но разгон она даст бешеный. Так, поехали. Поехали. Ну, думаю, здесь вам показывать смысла ее нет. Посмотрю, что у меня тут в сборке. У меня герои эти же остались. Поехали. На экспедицию еще забежим. Посмотрим, какой она урон будет выдавать здесь с оживой. И потом поменяем на пакт. Вот она выносит, как видите, 270. Вот она уже сразу заряженная у вас. То есть череп тут никто не выживет. 10 секунд. Это 2 ее заряда, по сути. И 10 секунд действует ремка. Так, попробуем тут. Стрелка у нас нет. Только есть Дрейк. Интересно, будет ли отражалка хоть какая-то одна. Урон в районе 200 тысяч, вот представьте, 20 ударов, но тут сейчас череп может ее, кстати, слить, если зарядится очень быстро, она не успеет его слить, что вполне вероятно. Вот смотрите, как черепа дамажит. Слила, во второй раз слила. Интересно. Ну, поехали дальше. Интересно. Ну, как видите, урон я бы не сказал, что там особо топовый у нее, но она у нас живая, она у нас только ремка 10 секунд, дальше все. Прошло 10 секунд, и как видите, урона у нее уже столько нету. Урон, по сути, в 2 раза меньше. Так, тут у нас уже есть стрелок. Вот интересный противник будет. Сейчас мы тут поставим, где есть хранитель, поставим пакт. И попробуем с пактом еще. То есть, как по мне, она самая универсальная, то, что она у вас будет всегда включаться. И плюс вы можете подобрать любой ей талант. Так. Можно, конечно, и водушку поставить. Но... Так, вот хранитель включенный уже. Да? Значит, пробуем сразу выпустить.
там, где будет хрон, может попадет хоть раз по нему. Да, вот посмотрите, какая обратка по хранителю шла. 50. Все. То есть, по сути, хранитель самый такой жирный, и она на нем слилась. Из-за того, что была отражалка. То есть, будет отражалка хорошая, прокачанная. Там даже хрон не Сузе. Если бы хрон Сузе был, она бы себя уже очень быстро слила. И намного быстрее это все было. 371 тысяча жизней. Ну, в принципе, это с рунами, я вам скажу, это немного. Это средненько. Поэтому, если вы будете ее использовать, то вы будете использовать ее только в команде. Против каких-то пачек. Многие используют ее на лабиринте. В принципе, она себя там неплохо показывает. Для разгона тыковки можно использовать, особенно без донатов. То есть вариантов очень много. Пишите комменты, какие вы хотите увидеть сборки еще с ней. У меня есть много разных вариантов. Я просто решил вам показать ремочный вариант, так как он, как и Лида Феникс, более универсальный на сегодня именно с ремка. Все, всем удачи, всем пока.